Люди стремятся быть богатыми. А вот лучше было бы, если бы люди стремились быть человечными, честными, милосердными. Людям не нужно становиться сексуальными, им нужно быть честными, милосердными, человечными. Понимаете, люди хотят быть богатыми, сексуальными, вечно молодыми. Не нужно этого всего. Нужно быть честными, милосердными, человечными, радостными. Вот с этим можно было бы жить. Что спасет мир? Вы думаете, 7 заповедей? Ничего подобного. Если бы весь мир стал прямо с сегодняшнего дня радостным. Человек говорит, я буду радостный, если я буду богатый. Могу сказать, что это не так. Доказательства. За одним столом человек сидит и говорит, перед ним лежит консерва и стоит там какой-то тархун или там лимонад. И он говорит, я несчастный, у меня все очень плохо, я есть это не буду, потому что я ни кильку не люблю, ни картошку, и тархун пить не буду, есть нечего. Потом этот человек стал очень богатым, сидит перед ним огромный стол, на нем огромное количество яств, он сидит и говорит, голубцы не хочу, холодец не хочу, это уже холодное, это очень горячее, это не соленое, я такое не люблю, вроде еды много, а есть нечего. Таким образом, один и тот же человек является источником, при котором еда ему не приносит радости никакой. Тогда скажите, раньше у него не было, и он страдал, то когда появилась, он вновь продолжает страдать. Точно так же у людей. Раньше она ни с кем не жила, страдала по поводу того, что она ни с кем не живет. Начала жить с кем-то, начала страдать, что кто-то ей мешает. Раньше не было детей, страдала, дети появилась, страдает. Тогда вопрос не в детях. Тогда вопрос не в еде, тогда вопрос не в жилье, тогда вопрос в чем? Вопрос внутренней радости, в этой духовной радости. Если бы весь мир стал человечным, если бы весь мир стал честным, если бы он стал милосердным, мир был бы прекрасным. И не нужно было бы заповедей, не нужно было бы спасать людей, ничего не нужно было бы.